Всем привет, дорогие друзья и подписчики нашего, моего, точнее, канала, который называется Romania Dragon Games. Вы могли, еще раз повторяю, вы могли меня знать по предыдущему моему каналу, бывшему уже, Romania and Fox. И продолжаю с вами играть в игру Alien Isolations, которая называется. Так, в предыдущей части я немножко заплутала, что надо было делать, я уже не помню. Вот этих монстров я тоже помню, ужасных. Они меня как-то пугают, я не знаю, я не думаю, что они будут на меня нападать. В настройках я посмотрела, что тут будут это оружие стрелковое. Так, я думаю, нам сюда, да? Или нет? Открывайся, давай. Давай я сейчас пну по этой двери с размаху со всего. Может, откроется? Сегодня я снимаю поздно, ночью пишу. Потому что как, другого времени нету. Нет, не сюда. Так, как девчонку ту звали? Кто помнит? Тейлор, по-моему, да? Тейлор, там мы с ней поговорили тогда. Ой, Сома, Сому ты мне напоминаешь очень сильно. Там в Соме, помню, был такой же коридор уже почти в конце игры. Там какой-то очень быстрый монстр был. Надо было от него бегать. О, а может сюда нам надо? Нет, там тут были. Опять провожу здесь, знаете. Провозюсь, как говорится, здесь. Более чем полчаса. Да, помню это все. Собака, куда нам надо? Это что, Сома, что ли? Мы опять в Сому вернулись. О! А эти были? Точно они были? Здесь. Не знаю. Вот это мы, помню, закрыли. Вот она сейчас откроется. Может, нам надо туда? Ну нет, я не думаю, что нам надо туда. Что там делать? Может, это и есть мостик? Ау. Ау, что делать-то? Давай, нажимайся со всего размаху, ну же. Иначе тут у меня все приборы будут работать. Вот собака, куда мне идти-то? Пошли обратно к Тейлору, чё? Ну... Я тут заплутаю. Ну чё за фигня? Уже начало игры, а тут уже затупило. Немножко. Ненавижу. Что за игры вы делаете, а? Так, это, наверное, мостик, да? Да, это он? Или нет? Очень легко. О, сюда, что ли? Угу. Мне кажется, сюда. Не, там вообще пусто. Вы что? Ой... Спрятаться будете в этих ящиках и больше никогда отсюда. О, кто-то бухает тут. Да, давайте в футбол поиграем, здесь скучно. Так, а там что? Опять вернусь обратно туда же, да, и все. Так. Да, опять здесь же. Мы отсюда и выбрались, и пошли туда. Здесь только один выход. Да куда идти-то, эй? Да блин! Чё ничего не везет-то? Или мы отсюда выходили? Ой, опять это да, дерьмо. Тейлор, ну... Здесь мы тоже все облазили, ничего не нашли. Ничего мы тут не нашли. Только здесь какая-то бутылка от томата стоит. Соуса. Кому надо? Чё это? Печеньки какие-то. Ну да. А, так вон же куда нам надо, да? Или сюда? Вот к нему надо, к ней. Надеюсь, вы отдохнули в пути. Да нет, еще хочу отдохнуть. Вы содержите Торренс в образцовом порядке. Ко мне он попал разваленный. На ремонт ушло несколько лет и много денег. Зато теперь все окупилось. Вы сказали, мы подходим к Севастополю. Сейчас будет стыковка. Вам ведь там нужен начальник службы безопасности. Сейчас я с ним свяжусь и запрошу стыковку. Кстати, играем за девчонку, да, как обычно. Давайте. Не волнуйтесь, мисс Тейлор. Вы ненадолго, туда и обратно. Коннор, что у нас там? Какой Коннор? Севастополь взят. Мы где Коннор? Стыковки. Включи связь, пора здороваться. Ты Коннор? Канал открыт, нет. Капитан. Инструктаж у всех при себе. Можете посмотреть на станцию. Какой Коннор? Туда нам надо, там Коннор. Где он?
Если кто не знает, Коннор — это Коннор Кейну из Assassin's Creed 3, я только его знаю. Ну, или распространенное американское имя. У них Коноров, я знаю, есть видеоблогер Коннор. Американский. Очень много подписчиков имеет. О! Что тут у нас интересно? Видите, как классно? Это что? Это не Сатурн? Нет, это и не Земля. Это где-то вообще другая какая-то галактика. Без понятия, что за... Ну ладно, что теперь? Давайте по сюжету пойдем. Ни с кем поговорить нельзя. Так это как звездолет? Я типа буду управляющий здесь, да? Звездолетом. Опасно? Опасно, люди, вы чё? Очень опасно там находиться. Нельзя так. Да. Ну вы там все замяли. Сидите уже, я вот сюда села и все, и свободно. Сидит так. Кто знает, как посмотреть тут, что далее делать? Я точно знаю, нам сюда надо было. Ну-ка, потыкаем, что делать-то вообще? Вот сейчас не разбегаться нельзя, shift, ничего. Ой, ну я вообще как-то давно не играла. Ту же Сому я проходила еще аж осенью. Игра Сома мне очень понравилась. Она какая-то атмосферная, немножко Амнезию напоминает. Это я уже говорила. А, кстати, Амнезию бы еще пройти. Ну и не знаю насчет... О, что можно взять? Эй. Насчет Амнезии не знаю. Ее все что-то проходят. Она какая-то заезженная уже. Открыто достижение пробуждено. Вот и наш корабль. Вот увидели мы. Ну, я думаю, дальше монстрики попрутся все-таки уж наконец. Включи мониторы. Кто-то в Daylight играет там у меня. Станция в друзьях. У меня она тоже есть. Но пока как-то ее... Что? Нет желания случилось? Проходить. Но я ее обязательно для вас пройду. Кто меня очень сильно любит смотреть, специально для тех пройду. Мы не сможем причалить. Коммерческий борт Торренс, регистрационный номер ККМ7760, вызывает диспетчерскую Севастополя. У нас на борту группа из трех человек от компании Вейланд Ютани. Они прибыли за бортовым самописцем корабля Настрома. Запрашиваем разрешение на немедленный трансфер группы. Прием. Торренс, это кто? Это не наш ГГ? По-моему, ее так и зовут. Что-то какая-то сейчас произойдет, мне кажется, авария. Там дальше чужие нарвутся, да? Похоже, со связью там. Или мы к ним нарвемся. Но у Сэмюэльса в скафандре будет радиопередатчик. Торренс сможет ждать вас здесь не дольше суток, но это все, Макс. Мы вернемся гораздо раньше, капитан. Удачи вам. Да тебе тоже удачи. Ты выйдешь, а там чужой на тебя сейчас прыгнет. Да? Да? Я это предчувствую. Такое, боюсь, не входит в мои обязанности. Вариантов у нас нет. Не бойтесь, просто делайте все, что я скажу. Блин, холодильник какой-то старый работает у меня тут. Не обращайте внимания. Холодильники, они все такие. Ладно, смотрим сюжет. Это пока кат-сцена, кинцо. А ну в Соме там вообще людей не видно особо. Вспомнить бы, о чем вообще эта Сома. Я же говорю, это осенью мы ее еще проходили. Когда она вышла там... Так, нет, в сентябре в конце где-то она вышла. В октябре ее все уже начали форсить, все ее проходить начали. Что тут случилось? Все ее прошли быстро, ну недели за две. Война, что ли? Тейлор, вы молодец. О! Ужас! Что происходит? Эй, 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 эй! Успокойтесь все. Хотя, как при таком нужно успокоиться, скажите? А, Рипли меня зовут? Точно, Рипли. В Стиме описание почитал уже. На. Капец кораблю. Капец. Невесомость. Чё, закрывай дверь, чтобы там монстры не залетели. Вот сейчас начнется, я думаю. Я вот, честно говоря, даже не знаю, как все вот это будет связано с чужими.
Вечно прятаться невозможно. На мигучее аста пригибайтесь, отвлекайте внимание врага и прячьтесь за укрытиями. А можно будет их всех отстрелять? Это же не Outlast на самом деле, где надо прятаться так. Выжидать момента, пока монстр выскочит там, например, из-за угла, возьмет и будет тебя трясти, трясти, пока ты ему не сдашься. Что-то очень большой сюжетка, сцена, поэтому геймплей... Ой-ой-ой, у меня все запотело нафиг, очки все. Но зато у меня скафандр, как в Соме. Напоминает вот тот самый последний, когда нам пришлось оставить на этого чувака или чувиху, за кого мы там играли. Чё? Что ты хочешь что-то сказать мне этим? Фонарик, я по-моему. Найдите помощь. Это что, моя новая одежда, что ли? А то мы в начале игры вообще в прошлой серии проснулись голыми, можно сказать. Ты чё? Эй! А, так значит все, не надо ходить в этом скафандре, все. Вот у нас вот этот серенький был. Эй, дайте мне обратно, верните мне его обратно, вы что? Ой, не надо так надо мной издеваться. Так, все, пошла я отсюда. О, я могу бегать! Фонарик, фонарик, F. Нет, нихера ничего не помогает. Ой, 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 я пока ничего не боюсь, там монстры, да? В терминалах сложно сохранить игру, если рядом враг, терминал вас предупредит. Так, тут что, враги есть? И знаете, что мне вот, не секрет вот мне от вас? Мне пока не страшно совсем. Конечно, сохранимся, не хочу это снова пересматривать. Перезаписать, да. Когда я проходила Сому, было жутко взять клей. Ну, зачем этот клей нужен? Монстров, что ли, приклеивать к стенке, когда они за мной бегут? Я ведь просто не успею! Как вы этого не понимаете? Ух! А там что? Там монстр? Собака, тут такие коридоры. Что тут я потихонечку, понемножечку все исследую. Вот как... Ой, ой, сука. Пошел в жопу, я сказала. Приседать-то как? Ты что делаешь-то? Вообще что ли? Мне уже начинает страшно становиться. Просто говорят, игра очень страшная. Как Outlast. Наравне, блядь. Ой, простите. Внимание. Зависимость станции нарушена. Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не примет нормальное положение. Понятно, понятно. Ты меня слушай. А там что? Это как в Соме тупило. Там какой-то монстр был. У меня матьки там, конечно, прорывались очень сильные. Подождать, значит, тут где-то рядом бродит это говно. Я тебя вентилем сейчас прибью по башке, если ты мне сейчас встретишься. Что делать? Дайте мне оружие какое-нибудь. Кстати, по-моему, игра даже чуть-чуть напоминает Dead Space. Хотя и Dead Space я даже не проходила. Но я его обязательно пройду. Что тут происходит? Мне надо играть в хоррор, чтобы оттянуться. Что это такое? Нихера не понимаю. Ладно, пошли дальше. Ну что ты встала? Вот это что такое вот, а? Это неприятно, понимаете? Это моему глазу очень неприятно. Я вон как играю, прям как Black Silver Уфа, потому что он тоже ходит спокойненько. Никуда не торопясь. Ну как-то у него это все получается, все продумано, вот этот вот весь сюжет рассказать, даже он вообще не вникаясь в игру. Как у него это получается, без понятия. Пошел в жопу! И что делать? Надо искать обходной путь, да? Так, 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 я не знаю тут, что надо делать. Ой. Так, а перепрыгнуть же нет надо, я ассасин, нет? Или кто? Ну. Так, а нам туда прыгать не надо? Нам, я знаю, на ту сторону надо, надо как-то ее перейти. Тут что, загадки, что ли, есть в этой игре? Ну-ка, признавайся, игра, тут есть загадки? Так, а вот это что такое? Интерфейс, что ли, нашли? Смена оружия, знаю, это будет. Переключение колесика мыши, да. Нету тут монстров, я тебе сказала. Нету монстров, все, беги нормально.
Тут обходного пути вообще нету никакого. Я думаю, не отсюда пришли, ты чё? Вон, вот здесь вот это место, сохраняемся. Как же без сохраняшек-то? Очень долгие тут сохранки. Ладно. Ну все, тут уже закрыто, сюда мы не пройдем. А, как не пройдем? Может быть, вот этот мне дадите, но в нем бегать неудобно. Я 100% уверена. Так. Нет, нельзя больше перезаписать. Да и зачем? Смысла нет никакого в этом. Так, надо, наверное, закрыть вот эту, да, как-то? Вот. Очень долго буду проходить, пока то замечу, пока это замечу. Half-Life отдыхает, ёпта! Ты чё? Фонарь включи! Задохнусь ведь. Так, так, нет, не сюда. Ну, значит, туда нам. Вот я сейчас либо упаду куда-нибудь на кого-нибудь монстра рядом, или что еще сделаю? Мне оружие сначала дайте. Угу. О, вот. Нормально. Оу, там страшненько. Так, как пригнуться? Я знаю вот это бегать, а пригнуться-то как? Ладно, я посмотрю в сохранках. Ой, в этом потом. В инвентаре, так. Не в инвентаре, короче, в этом. Посмотрю потом меню. Ну что ты будешь делать нам вон туда? В терминал. Чё, почитать? Чё, люди, вместе со мной будем читать? Ёпрос, это соседи, чё там делаете? Так. Так, и открыть это у нас. Вот, назад. Собака с этим управлением. Себастьян написано, так, вообще. Так, ну, мальчики и девочки. Наверняка до вас уже дошли слухи насчет Севастополя. Теперь я могу подтвердить это официально. Станцию решено демонтировать. Ну, то есть она все, она полетела окончательно. Мы оказались в каком-то непонятном месте. Мы с каждым из вас потом отдельно обсудим, как это отразится на ваших контрактах и куда вас теперь назначено. Пока что нам надо поработать. Пиджаки хотят, чтобы мы управились с сокращенным составом, то есть сторонних подрядчиков будет всего ничего, зато всем заплатят сверхурочно. Я советую вам не упустить такой шанс. Еще имейте в виду, вывод из эксплуатации не означает забирай, что хочешь. Ну, короче, шеф решил о нас позаботиться, так. Ну все. Понятно. Пошли дальше. Так, ну я знаю, что там пройду. Монстры! Да ладно, не ссы, тут не будет монстров. Я не знаю, я не спойлерю, я потому что так думаю сама. Пошел в жопу! Ой! Это плохо! Собака. Ты как только выжила, а, девчонка? Мне тебя жаль. Ничего не сломала, как Лара Крофт, блин. Ассасин Крид отдыхает. Ассасин Крид. Вот правильное произношение. Ассасин Скрин, да? Скрид. Ассасин Скрин, блин, я запуталась немножко в словах. Что такое фаер? Фонарь, что ли? То, что надо. Чтобы... Так, один, да. Чё? Так, R использовать. Обратно? А, так это у нас, знаете, что это у нас? Освещение такое. Странное довольно. Так, куда дальше? Так, отпрыгнуться, кто знает. Вот сюда нам, да? Что-то я уже задыхаться начинаю. Чтобы присесть. Угу. Ну, короче, знаете нам куда? Наверное, сюда нам надо, да? Нет. Ну, то есть прятаться сейчас надо будет. Так, так, ну, то ли нам вот сюда надо? Нет, не сюда.
Вот сюда, наверное, надо. Так, удерживать, положить, да? Так, правая кнопка мыши. Ничего особенного не нашла. А что тут приседать-то? Я знаю, что вот если идти отсюда, то только здесь присесть. А, вот, 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 вот. Угу. Тут есть обходные пути обычно, как в Соме тоже, да, монстра обходишь. Ну да. Значит, уже кто-то впереди есть. Мне так кажется. Угу, нам сюда. Пока файер не трогаем. Так, а что тут? Нам точно сюда? Подожди. А что там, мне вот интересно, что может быть там? Там монстр сейчас выскочит, да? И мне люлей отхватит, да. Чё ты меня не догонишь? Вот разные виды монстров, я думаю. Сука. Блин. Да не боюсь я тебя. Тут ничего нету особенного, кроме этого чемодана. Так, лей аккумулятор. Все вот это забрать надо. Ну ладно, нам туда, это я так и знала. Просто решила посмотреть, что тут вообще. Что тут? Ой, блин. Точно. Не ссы, девчонка, прорвемся мы. Нету тут монстров-то, что не бойся, они вон вверху там. А в Соме монстры, кто помнит, какие были? Ну, они были там, это, такие... Довольно-таки не совсем страшные, в отличие от Outlast или Амнезии. О, ну, светленькая комната-то, что ничего мне не сулит здесь плохого, я считаю. Взять этанол. Что, из них можно будет опять какие-нибудь предметы соорудить, создать? Клей. Это коктейль Молотова, что ли, сделать или что? Ну не из клея же его делать, правильно? Ой, ёпта. Эй, есть тут кто? Есть тут кто? Там монстр есть, там стоит чужой. Там он тебя поджидает. Он тебя хочет взять. И убить. Да, большая комната, большие залы. Это, по сути, не к добру, если что. Освещение. Играли в Ark Survival Evolved? Вот там вот такие освещения можно было ставить. Арку как-нибудь тоже покажу. Но сейчас обновления на 2 гига какие-то вышли сегодня. Опять. Недавно арка обновлялась опять. Ой, ёпта. Ты чё, сейчас выскочишь откуда-то, да? Не бегай! Не бегай по школе, девочка! 2 поставлю. Карта обновляется автоматически у терминалов. Угу. Угу. Идешь сюда нам. Обновить можно. Это собака. Что-то темновато, если фонарь F нажать. Так, здесь хоть что-нибудь работает? Да, я бы не сказала, что что-нибудь тут поработает, но... Вот это подать энергию уже напоминает амнезию. Двери закрывайте за собой, как и Сома, и амнезия. На! Чё, опять? Надо нажимать до тех пор, пока ты ее не подашь, да? Вот сейчас зайдет какая-нибудь шляпа тут. Я туда смотрю. Сука. Как бы сюда не зашел. Я понимаю, еще вон там он будет монстр, но. Давайте почитаем что-нибудь.
Логи, заначку нашу не ищи, я ее не прятала, ты ее оставил прямо у всех на виду. Господи, ты хоть представляешь, с каким трудом мне это досталось? Я спрятала ее в одном из шкафчиков, ты быстро найдешь код 0340. Не волнуйся, туда никто не ходит после того, что случилось в терминале. А, 0340 надо будет ввести в ту дверь, да? Еще у нас кончились лекарства и воды совсем мало. Теперь твоя очередь идти за припасами. Может, это научит тебя бережнее относиться к... обращаться с добычей. Харрис. Тут Конор есть, вы представляете? Ладно. Так, еще раз, какой код? 0340, по-моему, да? Так, 0340, да, окей. Вот сейчас только выскочишь, а? Шляпа. О, страшно, страшно впереди, ты чего? Очень страшно. Блин, жалко, прыгать нельзя, паркурить. Угу. Угу. Хорошо, что есть такие заметочки, очень многие напоминают. Игры тоже. Та же Амнезия, допустим. Там тоже загадок полно. Чтобы собрать устройство из найденных. Это как, вот сюда, что ли, надо? Аптечка, ага. Что делать, ага. Так, шприц, клей. Это вот это надо нажимать, вот это. Блин, как все сложно. Это у меня показывает, сколько чего надо, да? Сколько у меня есть вообще? Использовать деталь, перемещение, переместить кусок. Курсор. Угу. Красный вообще не работает. Ага. Что-то не очень пока понятно, что как делать. Так, закройся лучше. Я тут, я не хочу на монстра нарваться. Угу. Вот аптечки, значит, у нас есть. Щелкните здесь, чтобы создать. То есть у меня чего-то не хватает, да? С помощью аптечки можно частично восстановить уровень здоровья. При ее применении необходимо действовать очень точно. Угу. Вообще вещества нету, вот в чем дело. Сенсор есть один. Нельзя, наверное, да. Можно же и обратно идти, да? Тут сохраниться нигде нельзя. Играла вся музыка, пускай играет. Вот шляпа, а что делать-то? Энергию я подала. Дальше нифига не знаешь, что делать. Ну как в Соме прямо тоже. Ну, всякие картинки на стенах нарисованы. Красивые. Кстати, как я уже говорила, эту игру в Стиме взяла, ну. На новогодней распродаже еще. Она интересна с дополнениями всякими, да? Кто знает, отпишитесь в комментариях, кто проходил. Я знаю, многие знакомые проходили эту игру. Так, тут сохраниться нигде нельзя. Ну, вот это мы не видели еще. Понятно. Ты как-то странно бегаешь, девчонка. Ты очень как-то странно бегаешь. Давай, пни этот чемодан.
Так, я думаю, узнайте нам назад, наверное. Что-то тут вообще ничего не понятно. Вот. Может, сюда? Да тут вообще ничего вообще не сказано. Что делать? Он какой-то пустой, каменный. И никакие двери не работают даже. Аптечки мы уже знаем, как создавать. Так. Значит, прыгнуться у нас здесь. Как обычно, я в меру своей невнимательности что-то не замечу, да? Клей пропустили, я же говорю. Вот вечно вот Блэку везет, ему попадается все время. Все время ему попадается выход какой-нибудь. А другим надо тупить, что... Ой, блин, Фергут написано. А насчет канала Романия & Фокс, я повторюсь, у нас уже больше не будет совместного прохождения. Так как у Фокса совершенно нету желания заниматься вот этим всем. Ну, потом я уже в следующей серии, возможно, в других играх расскажу вам поподробнее, что вообще и как все. Ладно, пошли обратно, тут я ничего не могу ловить. Вот собака, что делать-то, а? Ты еще играешь радио со своей унылой музыкой, да? Ой, ну ладно тогда, давайте продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр, оставляйте лайки, комментарии, подписывайтесь. Всем пока, с вами была Романия.